Всем привет! Кто просил вернуть фишку канала, вот она возвращается. Полноценный детальный обзор как внутри, так и снаружи. И сегодня я решил, что скорее всего это будет Honda Accord 2011 года с двигателем 2.4, 201 лошадиная сила, К24 обозначение, стоимость 737 тысяч рублей. Этот автомобиль реализует автосалон «Автоград». Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Так вот, что я хочу сказать, это настоящий космолет, бизнес-седан, который дешевеет гораздо быстрее, чем Camry, но не быстрее, чем Tiana и Passat. Так что очень стоит присмотреться. Он свою целевую аудиторию ищет как в молодежи, так и уже в дяденьках и тетеньках, которые постарше. Он, по сути, всем нравится. Он комфортный, динамичный, стремительный, очень надежный и крайне ликвидный. Итак, если вы сейчас располагаете суммой в 700 тысяч рублей, а может даже и 800, кстати, можно еще будет поторговаться в автосалоне, поэтому не факт, что стоимость будет 737 тысяч рублей. Итак, располагая суммой в 700-800 тысяч рублей, вы, наверное, подумываете взять сейчас, ну, скорее всего, это будет Solaris, Rio или Polo, либо же АвтоВАЗ в полной комплектации, X-Ray, Vesta, может, Гранта в максималке. Так вот, подумайте очень крепко. Может, стоит взять 9-летнюю Honda Accord и наслаждаться комфортом, надежностью, управляемостью и настоящим автомобилем? Я ни в коем случае не отговариваю вас от покупки хорошего нового автомобиля, но этот автомобиль подарит гораздо больше эмоций, чем любой новый автомобиль российского производства. Это уже факт, с ним спорить бесполезно. Так вот, такой ключ у нас немножко, правда, эта часть болтается, ну вот он, раскладной. Вот так все происходит. Закрытие, открытие автомобиля, открытие багажника дистанционное. Давайте начнем. Как видите, здесь пленка на фарах и фонарях стоит, предусмотрительно установил владелец. Такие вот классные диски хондовские. Вообще очень хорошая комплектация. Type S очень популярная. Здесь в этом исполнении нет люка и без ключевого доступа. Насколько я помню, без ключевого доступа вообще не был доступен на этих автомобилях. Поправьте, если я ошибаюсь. Итак, это не Civic, не Jazz и не, соответственно, Fit. Это такое ощущение, что вот прям премиум авто, это однозначно. Такое прям восприятие, как у Acura. Для североамериканского рынка есть Acura. Это то же самое, что для Toyota Lexus и для Nissan Infiniti. Вот такой свеженький салон сохранился. Алькантара и кожа вставки. Он комбинированный, как видите. Родная оплетка с красным тиснением. Трехспицевый мультируль. Все сохранилось в первозданном состоянии для 2011 года. Это здорово. Извиняюсь вот за эти звуки, потому что здесь площадка паркуется. Очень много фур. Вот, и вот этот дизель будет, к сожалению, слышен прекрасно. Смотрите, какой салон. О, аккуратный. Ничем не пахнет, никаких посторонних звуков здесь нет. Шумка отличная. Я вот прям топлю за Honda, у меня потому что Civic был. Ну, это такая бюджетная, конечно, машина исполнения там. Ну, так все. Она очень надежная, но как-то без души, что ли. А вот здесь это уже совершенно другая история, совершенно другой разговор. Ну что, запускаем эту ракету японскую. Все, тестируется, подушки, чек, остальные системы тоже. Как видите, запускаем. Корабль в космос. IPTEC система. Ломаться особо нечему. Итак, пробег 116 242 километра, температура за бортом 15 градусов, до заправки осталось 106 километров. Вот такие огненно-алые у нас стрелки, как видите. И, в принципе, всю информацию, я бы сказал, очень легко считывать, привыкаешь к этому быстро, это не какой-то там 5D, 6D дисплей, все очень легко.
и подрулевые лепестки переключения передач, если вы, конечно, Шумахер. Можно немножко пошалить в этом плане. Да, это родная плетка, и вот в местах хвата, вот здесь, допустим, здесь еще не так это видно, а вот здесь он уже заполирован. Ну, пробег 116 тысяч, под 200 он уже полностью изнашивается руль, ну, смотря какой, конечно, владелец и как эксплуатировал данный автомобиль. От упора до упора не так много, поэтому он юркий, маневренный автомобиль, проблем нет. Здесь еще такая вставка, якобы под такой металл, на самом деле это пластик темный. Рулевая колонка в данном случае вот здесь, рычаг находится, регулируется по высоте и по вылету, притом огромные углы хода имеет. Смотрите, в данном случае этот шильдик у Honda на Civic почему-то очень быстро стирается. Здесь я уверен, что он оригинальный, слегка в некоторых местах покоцанный, вот отошла здесь, если сейчас это приблизить, будет видно, отошла краска и хром, но в принципе он еще в добротном состоянии сохранился, не как на Civic, он быстро вытирается. Такой гудок здесь. Датчик света, датчик дождя здесь установлен, безусловно. Теперь я предлагаю включить фары. Противотуманные фары и противотуманный фонарь, дальность от фар. Как обычно, аварийную сигнализацию. Я прям соскучился по обычным обзорам. Я надеюсь, вы тоже. Итак, так все мигает и горит здесь. Высокочастотные динамики аудиосистемы. Я так догадываюсь, что, скорее всего, была здесь пленочка, тонировка, потому что следы видно, что снимали. Не зачистили аккуратно до конца. Электрорегулируемые зеркала, притом они довольно шустрые, все очень быстро работает, левое, правое, вот такой джойстик, ну и, соответственно, по традиции для японских автомобилей, электроскладывание. Бесшумное, быстрое. Так. Все работает, здорово. Центральный замок вот здесь. Прекрасно, без проблем все работает. И блокировка стекол, чтобы дети, допустим, сзади не играли. Такое бывает. Все четыре стекла полностью автоматические. В одно касание опускаются и поднимаются. Давайте посмотрим, как задние стекла опускаются. Там у нас еще и тонировочка. До конца прекрасно, просто здорово. К обзорности претензий вот с моей стороны диких, конечно, нет претензий. Все шикарно. Не придраться. Работает, не притормаживает, не подлагивает по стеклам. Это радует. Правда. Так, немножко мне показалось, что вот этот регулятор поднялся. Вроде бы у него такой. Так, здесь люфта нет на этих, а вот здесь небольшой такой люфт есть, поэтому может слегка приподняться. Но это на самом деле мелочи. Итак, здесь установлен вот такой подлокотник. В коже тоже не потертый, не стертый. И алькантара. Вау, как все классно. Все крепко и мощно в этом автомобиле. Давайте сейчас откроем капот и детально рассмотрим экстерьер столь прекрасного автомобиля. Здесь у нас находится рычаг, чтобы открыть капот. Как видите, алюминиевые накладки на педалях. И вот здесь также, притом этот элемент прорезинен. Классно, ничего не скользит. Давайте рассмотрим экстерьер этого автомобиля. Жалко, конечно, что нет люка. Прям люк бы добавить, и шикарно было бы просто. Хромированная окантовка дверных рам. Притом хром очень стойкий в данном случае. Такие обтекатели здесь стоят. Наикрутейшие, еще спойлера не хватает. Система iTech. Об этом я поподробнее расскажу, когда мы будем рассматривать двигатель. Раздвоенный выхлоп, наикрутейший. Но незадача для такого большого автомобиля. Почему-то не установили задние датчики парковки. Это шла топ-опция. Можно было доустановить у дилера в данный момент. Какой выхлоп интересный, а? Аккорд прекрасно сопротивляется коррозии, поэтому особо ржавых мест вы не найдете. Подсветка номерных знаков. Дешевые диоды установили китайские, которые мигают. Ставьте нормальные лампочки, они дешевые диодные китайские. Не экономьте. Тоже хром здесь, такие элементы.
ничего не болтается. У меня, кстати, сама эмблема Honda, она тоже слетела и болталась, но не падала. Поэтому неприятный момент. Здесь очень собрано, крепко держится. Такие задние фонари. Подгонка деталей, навесные элементы, передний бампер, задний бампер, зазоры, все просто идеально, как видите, не придраться. 18 диски, 235/50, хороший держак на этих дисках, на большой скорости особенно, рулежка просто превосходная, диски из легкого сплава, притом это облегченка. У меня такое ощущение, что немножко просили задние пружины. Хондоводы, напишите в комментариях, так ли это или нет. Либо это крутая спортивная подвеска. Итак, подкрылки. Вообще, даже следов на коррозию, на ржавчину нет и в помине, как видите. Прекрасно. Задняя часть очень массивная. Брутальная и красивая. Такой обвес, как видите. В профиль очень шикарно. Шикарно просто смотрится. Теперь я предлагаю рассмотреть немножко днище этого автомобиля. Естественно, откровенно ржавых элементов вы здесь не найдете. И это очень даже радует. Вот здесь за исключением, наверное. Здесь немножко, но это все обрабатывается, без проблем все можно устранить. И указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида, вот такие, правда, не диоды. Лобовое без сколов, без трещин абсолютно. Вы уж извините за столь пыльный автомобиль, так как не было возможности быстро сполоснуть ее. Ну, я думаю, пыль нам не преграда. С перфорацией, посмотрите, у нас для более эффективного торможения. Классно. Вот эти элементы, кстати, они очень быстро отлетают. А здесь все на месте. Это здорово. Подкрылки тоже все аккуратно. Как с завода. Линзованная оптика. Прекрасно освещает дорогу, без проблем вообще. Омыватели фар имеются, как видите. Галогеновые противотуманки тоже в хроме, в темном. Достаточно хрома на радиаторной решетке. И огромная эмблема Honda. У Аккорда прекрасный коэффициент аэродинамического сопротивления. И, как видите, особо ни сколов, таких критических моментов нет. Это очень, конечно, радует. В середине марта 2008 года во время Женевского автошоу состоялась презентация 8-го поколения Honda Accord в модификации для европейского рынка. Honda Accord, безусловно, отличается спортивным стилем, усовершенствованным оборудованием и уникальным комплексом систем безопасности. Какие доработки удалось произвести инженерам? Сниженный центр тяжести, более широкая колея, полностью новая двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя подвеска с амортизаторами с переменной степенью жесткости. На российском рынке покупателям предлагалось 4 модификации седана Accord. Это исполнение Executive, Type S, Sport и Comfort. Так, Accord в исполнении Comfort включает в себя 6 подушек безопасности, систему стабилизации, 16-дюймовые колесные диски, бортовой компьютер, радио с MP3, автоматический двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и галогеновые фары. Honda Accord 8-го поколения оснащалась двигателем 2 литра и 2.4. 2 литра выдает 156 лошадиных сил и 2.4 – 201 лошадиных сил. И там используется знаменитая система VTEC, которая регулирует момент открытия и высоту подъема впускных клапанов.
на двигатель объем 2,4 литра она дополняется системой VTS – Variable Timing Control, которая учитывает нагрузку на двигатель и позволяет более оптимально изменять фазы газораспределения. Устанавливается шестиступенчатая механика и пятиступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного управления при помощи подрулевых переключателей. Для непосредственного уменьшения трения в трансмиссии использованы подшипники со сниженным трением в коробке передач и колесах, а также шины со сниженным сопротивлением качению, что обеспечивает дополнительную экономию топлива. Главным новшеством стала жесткая структура передней части кузова. Ее конструкция и материалы, а также лазерная технология сварки обеспечивают более эффективное поглощение энергии удара. Автомобиль оснащен активной системой света, подсвечивающей повороты Active Cornering Lights и системой автоматического переключения фар дальнего света на ближний. Список очень богатый, как видите, оснащение у Accord'а то еще. А теперь, как и обещал, я поподробнее расскажу про этот силовой агрегат. Двигатели серии К24 пришли на смену мотором F23 и созданы на базе 2-литрового К20. Путем установки коленвала с увеличенным ходом поршня до 99 мм, было 86 мм, увеличился блок цилиндров в высоту до 231 мм, был 212, увеличилось в диаметре поршни, но всего лишь на 1 мм до 87 мм. А их высота осталась неизменной – 30 мм. Также были установлены шатуны длиной 152 мм. В остальном такой же цепной движок, отдельные версии оснащены балансирными валами, впуск с переменной геометрией. ГБЦ оснащается системой доработанной IFTEC, как и на младшем моторе. Гидрокомпенсаторов на К24 нет. Регулировка клапанов каждые 40 тысяч километров при необходимости. По части слабых мест К24 аналог младшего мотора К20. Здесь износ распредвалов, течи масла, плавание оборотов. Стук двигателя. Чаще всего данная проблема называется износом выпускного распредвала. Это болезнь мотора К20. Ничего обычного. Бывает, что случаются течи масла. Часто встречающаяся проблема — течет передний сальник коленвала. Замена решает все вопросы. Плавают обороты. В большинстве случаев данная проблема решается банальной чисткой дроссельной заслонки и клапана холостого хода. Вибрация двигателя. Проверяйте подушки двигателя. На сильно под износившихся ДВС не исключено растяжение цепи ГРМ. При должном обслуживании данный силовой агрегат спокойно выкатывает свои 350-400 тысяч. Итак, заядлые автомобилисты, детально рассмотрев экстерьер этой
пушки. Теперь я предлагаю рассмотреть интерьер поподробнее, что самое, наверное, интересное для большинства автовладельцев. Так, ручки открываются, в принципе, все очень легко. И при том, смотрите, какое решение. Здесь коричневая тема соседствует с черным пластиком. Это очень здорово обыграно. Смотрится прям обалденно. Вещевой бокс, имеется подсветка дверей, как видите. В очень хорошем состоянии сохранились вот эти элементы. На кромке, как видите, тоже абсолютно никакой ржавчины. Открывание, как видите, здесь у нас крышки багажника. Алюминиевые накладки на порогах с надписью «Аккорд». Это японская сборка. Здесь, как видите, надпись, VIN-номер. И по двигателю K24Z3. Предупреждение, рекомендации по давлению в шинах. Механические регулировки у кресел, оно даже и хорошо, потому что на электро ты, в принципе, все долго регулируешь, а тут раз-два подстроил и уехал. По высоте регулируется, при том диапазон регулировок широкий. Спинка сиденья, если я не ошибаюсь, там должен быть поясничный подпор для водителя и для пассажира, попозже посмотрим. И, соответственно, регулировка в продольном направлении. При том, вы посмотрите, какая развитая боковая поддержка. Наикрутейшие кресла, очень массивные. Здесь также все очень чисто и аккуратно. Здесь находятся предохранители, диагностический модуль ОБД, должна быть подсветка. Вещевой бокс непосредственно для водителя, при том он обит бархатом, очень приятный материал. Как все закрывается, открывается, все очень четко. Отключение для системы ESP, также Traction Control Anti-Box и омыватель фар. Здесь еще заглушки. Видимо, я догадываюсь, что для американской версии здесь что-то еще дополнительно было. Притом разнофактурный пластик применяется в отделке. К посадке претензий нет, особо низко ее не назовешь. Допустим, как в Civic здесь, наверное, больше применима такая средняя посадка именно в аккорде, а не как на картинге. Ну что, сейчас самое интересное будет, как этот движок звучит. Отрубаем нашу гирлянду. Давайте послушаем, как он звучит. Чтобы все было честно, когда прогазовываешь в паркинге, он дает прогазовать до 5000, там ограничитель. Синий дымок, конечно, есть. Так, с
скорее всего, вот в это зеркало вы увидите. Вон синий дымок выходит, видите? Обычно это обозначает то, что она, ну, слегка как бы подъедает масло. Вот. Синий дымок — это нормально, поверьте мне. Вот когда у вас черный таранит, вот это уже, да, это полный привет. Так что, ну, я допускаю, что немножко может подъедать маслица она. Очень классно крутить этот движок, одно удовольствие. Притом он экономичный, тяговитый. Особо много не просит вообще. Следите за уровнем масла, за навесными агрегатами, и все, в принципе, будет хорошо с этим автомобилем. Очень уютно, в этом автомобиле очень уютно. Смотрите, вот эти элементы очень быстро подистираются, вам по опыту скажу сразу. И видно, что хозяин, либо 2-3 было хозяина, очень аккуратные были. И вот здесь тоже. Управление для мультимедийной системы. Немножко здесь от ногтей имеется такая потертость. Но это, поверьте, это капля в море просто для такого автомобиля. Прибавить и убавить звук для аудиосистемы необходимо, в общем, код ввести. Здесь, соответственно, станции, различные режимы, управление для круиз-контроля. Выставляете скорость и можно ехать дальше. И здесь у нас управление для бортового компьютера. Давайте рассмотрим, что он нам предлагает. Текущий средний расход топлива. Как видите, средняя скорость. Время в пути, сколько осталось до заправки, средний расход, но сейчас он неправильный. Ну, по расходу могу сказать, где-то, наверное, будет в городе в районе где-то 12, ну, может, если сильно наваливать, 14, по трассе это где-то 9, ну, 10 литров на 100 километров пути, непосредственно на круиз-контроль, если сильно не вжаривать на ней. Вот такая приборка. Сильно заострять внимание на ней не буду. Как работает двигатель, вообще ни вибрации, ничего не слышно абсолютно. Как все здорово сделано. Здесь премиальная аудиосистема, не простая, а премиальная. И поверьте мне, звучит она очень классно. Но не Dagen Olufsen, и не Harman Kardon, конечно, и не Bose, но что-то такое. Притом есть CD-changer на 6 дисков. Кстати, если мне не изменяет память, на немецких авто предлагался CD-changer, там раздельный даже на 12 дисков. Вот такое дело было. Прибавить и убавить звук. Сейчас необходимо ввести код, как видите, чтобы активировать мультимедийную систему. Она поддерживает MP3, WMA, RDS. Все кнопочки, все очень здорово сделано. CD-AUX, настройка для непосредственно часов, такие дефлекторы вентиляции, все очень вот прям строго собрано, четко. И вот здесь у нас, соответственно, органы управления для тоже мультимедийки. Кнопка назад, сканирование, вызов основного меню, Enter, ну и можно вот это дело прокручивать. Все очень здорово сделано, не придраться однозначно. В этом автомобиле установлен высокопроизводительный двухзонный автоматический климат-контроль, регулировка для потока воздуха. Температура, регулировка, рециркуляция, автоматический режим, передний и задний обогрев стекол и обогрев наружных зеркал, различные зоны, ноги, лицо и так далее, активация для кондиционера. Все работает прекрасно, вообще без проблем. Свои задачи справляется. Здесь еще вещевой бокс, что-то можно припрятать сюда. Такой тайничок, можно сказать. Притом он довольно глубокий. Это здорово в данном случае. Здесь у нас находится пепельница и прикуриватель. Подогрев сидений. Две ступеньки. Высокая, high и low. Соответственно, низкая. Для водителя и для пассажира. Обычный гидротрансформатор. Меняйте масло, и проблем абсолютно никаких не будет с этой коробкой. Спортивный режим и вот эти подрулевые лепестки, переключения передач. Если что-то не так будет, она напомнит вам
микроподергиваниями, допустим, со второй на третью, либо с третьей на четвертую, либо с первой на вторую. Значит, нужно поменять масло. Такая строчка тоже все в оригинале сохранилась, и это здорово. Здесь у нас также двухцветный пластик, разнофактурный ручник, стандартный, не такой замысловатый, как на Цивике. Тоже крепкий, солидный, два подстаканника. Вот такой момент, видимо, здесь фиксатор сошел с места, и вот, смотрите, он недозакрывает ее до конца, в общем, так она открывается. Самопроизвольно, конечно. Здесь в кожаной такой теме у нас подлокотник, притом он мягкий, как видите. И в данном случае меломаны будут довольны, здесь имеется вход AUX, USB, можно соединить MP3-плеер, телефон и прослушивать музыку, переходничок есть и, соответственно, розетка. Вот так все очень добротно. Поясничный подпор для водителя, для пассажира. Классная штука, но только вот сам регулятор не очень классный. Такой, что-то он мне напоминает, паразит. Anti-theft system. Противоугонка вот так у нас мигает. И что-то еще связано anti-theft. Это связано с аудиосистемой, если ее вытащите. Ну, допустим, если кто-то такой вандал, он там залез в машину и именно хочет похитить вот эту аудиосистему, он потом ее активировать не сможет. Что с этим связано. Салонное зеркало заднего вида, в данном случае оно с автозатемнением. Здесь для сигналки установлен модуль. Подсветка вот такая. Вот так все работает прекрасно. Контейнер для очков, притом он также обит приятным материалом. Сюда можно что-то положить. Макияжные зеркала также с подсветкой. Черный потолок. Здорово. И вот здесь у нас, в принципе, такая же тема. Очень приятный автомобиль во всех отношениях. Это и управляемость, и ходовка, и двигатель, и карабас, внешность. Вот она выглядит на 1,5 миллиона рублей. Это однозначно. Очень богатый, солидный автомобиль. Внутри и снаружи он вас не разочарует. Я вот прямо за Хонду. Всегда за Хонду. Такая тачка. Немножко отодвину я кресло. Как они вас держат, как они вас обнимают, эти кресла. Что-то невероятное просто. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Посмотрим, насколько вместителен багажник у столь прекрасного авто. Я не пытаюсь вас переубедить в сторону Аккорда. Допустим, если вы сейчас нацелены на покупку нового автомобиля. Но подумайте, Аккорд того стоит. Особых проблем он доставлять не будет. Итак, давайте откроем багажник таким образом и переместимся на второй ряд сидений. Места здесь предостаточно вполне. Лючок бензобака. Так он открывается. Держатель для крышки. Здесь еще пластиковый элемент. Второй ряд сидений. Имеется детский замок. Вот здесь у нас, как видите, все то же самое, в принципе, что и спереди. Такая алькантара. Мягкий кожаный подлокотник. И вот здесь такие элементы. Но бывает, это может и дети поцарапали. Есть уж такое, не без этого. Стаканник, подсветка и динамики аудиосистемы, также алюминиевые накладки. Такой гостеприимный второй ряд сидений. Три отдельных подголовника. Он складывается, и софикс имеется. Крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Динамики аудиосистемы. Давайте присядем. Я уже забыл, как здесь комфортно и классно находиться. Ну, что могу сказать еще, видимо, не держат. Вот петли в таком состоянии. Так. Ну а в таком, соответственно, ну вот так она закрывается. Доводчики дверей от японцев. А? Классно? Да нет, просто там петли не держат. Такой здесь тоже элемент с елочкой классный. Ну и вот вешалка вот такая имеется. Так что тут не очень хорошо этот элемент стоит. Как-то отошел подушка. Ну либо уже стрельнуто.
напишите в комментариях, суперэксперты. Вот эти элементы тоже очень классно сделаны, то есть под руку, под локоть, прям вообще здорово. Места в ногах у меня еще, ну, практически уж не остается, над головой еще достаточно, но не то чтобы в тесноте, да не в обиде. Мне нормально, вот если я ноги вот так поставлю, в принципе, неплохо. Здесь еще пластик, довольно износостойкий, и вот со стороны пассажира имеется такая вещевая тема. Центральный тоннель, воздуховодов нет, подогревов нет, вот как-то так, здесь все просто. Откидной центральный подлокотник и два подстаканника, ну, все очень удобно. Обзорность назад, в принципе, неплохая, но опять-таки я повторюсь, где задние датчики парковки? Где они спрятались? Непонятно, нужно камеру устанавливать, либо парктроник, потому что автомобиль большой, особо габариты не прочувствовать. Ну, это первое время, конечно, а потом ты уже привыкаешь. Ну, вот такой интерьер. Нет, он завораживающий. Там ближайшие еще 10-15 лет он не устареет. Точно. Настоящий, надежный японский автомобиль, который не требует особых вложений. И который, наверное, будет служить верой и правдой. Я в этом уверен. Долгие-долгие годы. Вы посмотрите на массивность этих кресел. Вы посмотрите на это. Невероятно просто. И состояние это хорошее. Я уже сколько аккордов пересмотрел. В основном они прям в слюне как-то убиваются ужасно. Почему так происходит, непонятно. Но много владельцев, горячие парни и девчонки хотят позажигать на этих авто. Поэтому такая складывается печальная, к сожалению, ситуация на вторичке. И ты берешь уже автохлам почему-то. Как-то так. Но в целом, данное авто в очень даже приличном состоянии, я бы так сказал. Итак, такой у нас багажник, как видите здесь. Коврик с надписью Accord Sedan. Здесь у нас, соответственно, запаска в виде докатки, домкрат, инструменты. Ну вот и все. Так складывается. Такие петли здесь. Подсветка имеется, сабвуфер аудиосистемы, как-то так все устроено. Здесь одна удобная ручка, чтобы закрыть крышку багажника. Вот эти элементы могут отходить, вы смотрите внимательно, потому что со временем они как бы провисают, и там внутри, что их держит, это тоже не очень устойчивая тема. А вот эти бумеранги, они прячутся сюда, поэтому поклажу не помнет хрупкую. Допустим, биткоины ваши. Итак, еще одна фура стартанула. Сегодня достаточно ветрено, но у меня ветрозащита, поэтому не помеха. Одно открытие дверей и закрытие доставляет удовольствие. Ну, кому как, конечно. Все собрано, четко сбалансировано. До миллиметра, до йоты выверено. И еще в этом автомобиле установлен хороший уплотнитель. Во-первых, не так быстро и часто проникает пыль дорожная, да и вообще просто всякая бяка. Ну а во-вторых, все это благополучно сказывается на общей шумоизоляции. Такие же механические регулировки со стороны пассажира. В общем и целом, очень надежная тачка. Я, наверное, буду повторять это каждые 2-3 минуты, чтобы откладывалось у людей, что можно покупать такие авто однозначно. Здесь предупреждение, отключение для подушки безопасности. Вот, также вещевой бокс, вот эта часть, это бархат, чтобы ничего не гремело. Складки вот здесь могут образовываться на коже, это нормально. Когда вы садитесь, зажимаете ее, вот здесь все идеально. Кстати, вот здесь, да, это вроде бы как одна выделка по коже. Здесь она более мягче, что ли, либо же этот элемент уже перешили. Как вариант, да, и с той стороны то же самое. Потому что когда выходишь, ты постоянно ее шаркаешь, а так полируешь. Смотрите, здесь еще тоже заглушка.
Бардачок можно закрыть на ключ. Так он открывается. Также все обито бархатом. Как видите, можно закрыть, допустим, если у вас что-то ценное в багажнике, можно заблокировать багажник. Так, ну и здесь полка. Полка простая, пластмассовая. Ну вот и все. Места предостаточно. Вот сидишь, прям такое ощущение, что это гоночная тачка. Вот не дать, не взять. Зажигать, зажигать и еще раз зажигать на этой тачке. Да, и вот с той стороны тоже зазор неравномерный, где подушка. Как-то так. Даже высоко сидишь в ней, на самом-то деле, за счет вот этих кресел, если их подкачать наверх, прям высоко сидишь, это здорово. Отяглушим силовой агрегат. Что радует в этой тачке? Что все понятно, просто и однозначно. Это очень дорогого стоит в японцах. Поэтому я рекомендую, в моем рейтинге это 10 из 10. Аккорд прям берите обязательно, не пожалеете. Тачка просто обалденная. Даже спустя годы вы поймете, что вы сделали обоснованный и правильный выбор. Но, конечно же, нужно перед покупкой ее тщательно проверить, считать ошибки, посмотреть, что по ходовке, по движку, по карабасу. И, конечно же, самое дорогое – это кузов. Желательно проверять ЛКП. На этом этот обзор завершается. Фишка возвращается, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Покупайте хорошие автомобили с проверенными специалистами.